Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем грузовик ЗПК-1. В набор входит клей, наждачка, детали конструктора и подробная инструкция. Все детали в плашке пронумерованы. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. Таким значком в плашке отмечены запасные детали. Для таких неровностей используем наждачку. Некоторые детали находятся внутри других деталей. Просто извлеките их и отложите до нужного момента. Обращаем внимание на отметку в виде стрелочки. Она должна быть сверху. Также обращаем внимание на расположение детали под номером 7. Обращаем внимание на отличие детали. Стрелочка на детали под номером 5 также должна располагаться сверху. Обращаем внимание на расположение деталей.
Обращаем внимание на номера деталей, их отметки и расположение. Здесь используем узел из деталей под номерами 12 и 13.
Рисунок шин должен быть в шахматном порядке. Таких колес должно получиться 8 штук. Рисунок шин должен быть в шахматном порядке. Таких колес должно быть 4 штуки. Обращаем внимание на нумерацию и детали с отметками. Отшлифуйте получившиеся оси, чтобы легко было нанизывать на них колеса. Обратите внимание на размеры осей. Короткая ось для передних колес, а длинные оси для задних колес. Второе заднее колесо собираем по аналогии. Клей не должен попасть в круглые отверстия.
клей не должен попасть в круглые отверстия. Вторые задние колеса собираем по аналогии. Обращаем внимание на нумерацию и последовательность деталей.
Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Деталь под номером 98 должна расположиться ближе к середине кузова. Деталь под номером 96 тоже должна оказаться в середине кузова. Обращаем внимание на расположение стрелочек. Второй борт собираем по аналогии. Обращаем внимание на расположение стрелочки. Thank you.
Боковой борт кузова просто вставляем. Боковой борт кузова просто вставляем. Клей не должен попасть в овальные отверстия. Клей не должен попасть в круглые отверстия. Клей не должен попасть в круглые отверстия.
Обращаем внимание на расположение отверстий. Обратите внимание на расположение детали под номером 67.
второе крыло собираем по аналогии в зеркальном виде. Будьте аккуратны с деталью под номером 73. Будьте аккуратны с деталями под номером 147.
отшлифуйте изнутри деталь под номером 125. На этом этапе клей не должен попасть на детали под номером 119, 120 и 123. Обращаем внимание на расположение отметки. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение.
На дальнейших этапах к детали под номером 150 ничего не приклеиваем. Клей не должен попасть на деталь под номером 144. Клей также не должен попасть на деталь под номером 142. Далее действие в инструкции под номером 52 исполняем без клея. Оставшиеся колеса просто вставляем. Готово! У собранной модели подвеска с амортизацией. Открываются двери кабины, капот, боковые борта кузова и крышки ящиков. Вращаются колеса и руль. Поворачивается платформа зенитной пушки, поднимается и опускается ствол пушки. При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!